городе Пскове руками местных мастеров восстановлен дом-музей Ленина. На митинге трудящихся, посвященном открытию музея, выступил секретарь обкома партии Гордеев. Дом-музей является памятником революционного прошлого. Здесь весной 900 года Владимир Ильич проводил совещание русских социал-демократов, создававших в то время газету «Искра» и журнал «Заря». После митинга псковичи с интересом знакомились с экспонатами музея, осмотрели комнату дома, в котором проходило совещание. Подолгу задерживаются посетители у пожелтевшего номера газеты «Искра». Вот чемодан, в котором доставлялись газеты. Царские ищейки следили за каждым шагом Владимира Ильича Ленина. Это донос на Ленина, хранившийся в архивах царской охранки. Дом-музей Владимира Ильича Ленина будет всегда напоминать об одной из славных страниц истории нашей партии.